Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Болтушка-Веселушка. Ух ты! Вы только поглядите! Я действительно в каком-то уникальном месте. Ой, где это я? Эй! Хотя, кроме газели, у нас никого нету, нужно открывать заповедник. Для начала нужно установить лоток с едой для посетителей. Нажми на инструменты. Хорошо, а где инструменты? Где мои инструменты? О, вот же они! Я вижу. Итак, мы идем в магазин и покупаем... Это разве инструменты? Это здание! Ну-ка, давайте купим. Отлично! Теперь поставьте магазин мороженого на пустое местечко в заповеднике целый день. Ну, куда же нам поставить? Может быть, вот сюда? Пускай люди приходят. Ого! Это что за звезда? Уровень! Ну, спасибо! Кажется, еще одной газели удалось сбежать от браконьера. Надеюсь, мы вовремя. Итак, ого! Вот это да! А теперь нажмите на саванну. Ну что ж, давайте отправляться в путешествие. Что? Вы новичок, да? Меня зовут Шон. А Шон у нас рейнджер. Нажмите на красный круг для перемещения. О, смотрите, я еду. Смотрите, а вот и газель. Ой, разве это та газель? Разве это раненая газель? О, я за ней так долго буду гнаться. Ну что ж, я буду стараться. Газель, стой. Стой, газель. Поймала! Бедное животное умирает от голода. Чем лучше вы покормите его, тем выше шансы на спасение. Я бы тоже съела виноград, но нет, я его куплю для нашей газели. О, смотрите, ей у нас понравится. Вот это да, настоящий. Хорошая работа, но кажется, газели скучают по своему малышу. Должно быть, это дело рук браконьера. Давайте поможем им завести другого малыша. Что ж, давайте, я готова. Итак, надо нажать на инструменты и на ясли. 50 монет стоит газеленыш маленький. Ну-ка, давайте на него посмотрим. Ой, кажется, мы не можем посмотреть. А я пропустить могу? Я не хочу платить аж 1200 монет. Это все, что у меня есть. Придется. Ну и ладно. Немножечко, совсем чуть-чуть, но у нас малыш. Эй, куда вы меня от малыша подевали? Газели так рады появлению малыша. Ой, привет! Здравствуй, здравствуй. Я Роуз, пилот вертолета. Вы можете заказать что-нибудь у меня. Чтобы сделать это, нажмите на вертолетную площадку. Ну что ж, подарок от Роуз. Я новенькая, поэтому мне все подарки дарят. Меня даже не видно. Итак, теперь выберите эту функцию бесплатно. Она активна раз в день, но при этом вы получите только основные предметы. Что такое основные предметы? Нажми на ящик. Я хочу вот этот, вот этот. Ого! Что это? Статуя панды? Вот это да! А она нам вообще нужна? Я бы лучше монеток подзаработала. Как красиво, друзья! Я же здесь еще ни разу ничего не смотрела. Так, вот я, например, статую панды поставлю там, где у меня потом будут панды. У меня же здесь будут панды. Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Я поставлю статую панды вот сюда. Нет, не сюда. Вперед. Она будет стоять вот прямо здесь. Нет, лучше здесь. Вот. Отлично. Что она мне дает, я, честно говоря, не знаю. Но, по-моему, это очень даже красиво. А еще я хочу тут погулять. Ой, мороженица заработала мне денежки. Ого, спасибо. Вы должны доиграть как минимум до 5 уровня, чтобы расширить территорию заповедника. Ну уж нет. Мне пока что территории, в принципе, достаточно. Смотрите, и газели мне приносят монетки. А я их кормлю за это яблочками. Ух ты, смотрите, уровень 3. Спасибо. Скоро я буду уже 5 уровня. И тогда мы посмотрим, до какой степени можем расшириться. А сейчас я готова просто походить, побегать. Так, а это что такое? Давайте зайдем. Вот это местечко. Ой, а что так тихо стало? Это кто?
Это кто? А, кажется, нашествие! Нападение! Ой, он такой симпатичный! А, он наш друг, представляете? И он изобрел какую-то машину! Вот это круто! Что? Рассказывает про свою машину. Интересно, куда она направляется? Ого, это кажется машина времени! Вот это круто! И я показываю ему вот-вот-вот-вот! Здорово! А здесь что у нас? Ой, спасите больше видов и откройте 9 легендарных стражей. Ничего себе! 9 легендарных? Что бы это могло значить? А, дорогие подписчики, напишите мне в комментариях, что такое легендарные стражи. Я пока что не очень все это понимаю. Ладно, пока не понимаю, но игра мне все подскажет. Насобираем еще монеток, а то кое-кто мои монетки уже загробастал. Вот и отсюда монетки. Но мне надо больше монеток, друзья. Может, мне нужно для этого выполнять задание? Я готова. Чего? А, помогите. Мне сообщили о раненом льве в саванне. Мы думаем, он один из похищенных животных. Но зато у меня будет награда 100 монет. Я отправляюсь туда. Эй, приятель, я иду за Левой. Хочу его поймать. Так, кто у меня тут? Где мои львы? Пока... О, стоп, тут один лев. А, нет, это не раненый лев. Мне нужен раненый. Может, он где-то здесь? Эй, и это не раненый лев. Так, раненый лев, ты где? Может, мне надо за обычным гнаться? Ой, у меня безизок. Вот раненый лев, я его нашла. Ловим, мы его догоним. Мы его догнали, друзья. Что ж, покормим. Хотя написано 75%. Но ничего, я потрачусь на это. Получилось! Мы захватили льва! Ура! Класс! Правда, потратили 300 монет, а получили 100. Что-то это как-то нечестно, вам не кажется? Но зато вы только посмотрите, какая у меня тут красота. Так, львы нужно, чтобы были подальше от мороженого. Вот здесь, например, отличное местечко. Нет, здесь мы загородим тропинку. Вот, смотрите, теперь он дома. Прежде всего, ему нужно оказать медицинскую помощь. Окей, мы готовы его кормить и оказывать ему медицинскую помощь. Кстати, у нас опять монетки тут немножко насобирались. И тут тоже кормить. Эй, красавчик, чего бы тебе хотелось? О, смотрите, я могу его гладить. Он такой классный, он со мной играется. Так, что делать, если у вас в заповеднике что-нибудь поломается? И правда, что делать? Нужно быть к этому готовыми, запастись инструментами. И что мне для этого надо? Кладовка за 120 монет. Вы шутите? Ну ладно, куплю одну кладовку. Вдруг действительно инструменты нужно где-то хранить. Вот мы ее где-нибудь в уголочке поставим, чтобы она не мешала. Чудно, спасибо, именно то, что нам нужно. Ну, я рада помочь. Нет, вторую кладовку мне пока не надо. Что ж, я задание выполнила. Ой, я хотела газели погладить. А ну-ка, красавица, она прыгает так, и это. А если маленького? Малыш, я тебя хочу погладить. Да, что-то с газелями у меня, кажется, не очень хорошо получается. А если их немножко приблизить? Они даже не приближаются. Так, давайте мне монетки, да, побольше. Мне надо собирать. А еще задание выполнять. Чего говорите? Найдите двух львов? И заведите одного львенка. Льву нужен прайд. Так что давайте поможем ему найти семью. Ну хорошо, я готова. Так, и где же мне ее тут искать? Вот, я нашла барышню. Давай. По льву нужно ударять. Иначе мы его не поймаем. Так, тратим, конечно, 300 монет. И ура, получилось. Представляете? Вот здорово. А это настоящая львица. Смотрите, мой вертолетик уже Левушку-колевушку сюда притащил. Кстати, за них тоже дают монеты. И еще даже очень много. Ну что ж, и опыта спасибо. Смотрите, они кушают. Я их покормила. Вот
здорово. Так, но вначале мне нужно собрать монетки. Ну, конечно, не исключая животных. Что же, здесь мы все сделали, теперь нам нужен львенок. Как же нам поступить? Может, нам надо сходить в ясли и посмотреть, сколько будет стоить львенок? Всего лишь 65 монет. Всего лишь! Ого! Это столько ждать? А у меня уже совсем мало денежек. Не, я не буду тратить свои денежки. Я лучше подожду. Вот. Ой, глядите, там люлечка такая хорошая. Ребята, мне нравится, очень нравится. В моем заповеднике становится очень уютно. А это что за часы? А, хотят, чтобы я все пропустила. Ну уж нет, ничего пропускать я не намерена. Я лучше поброжу, похожу где-нибудь вот здесь. Например, к друзьям зайду. О, глядите, у меня есть Нил, Шон, Клер, Алекс, Сара и Роза. Ого, клево. А давайте к кому-нибудь забежим. Например, к Клер. Да, посетить. Почему бы нет? Посмотрим, какой у нее заповедник. Итак, друг Клер, принимай. О, вы только посмотрите, здесь живут обезьянки, а здесь живут маленькие лошадки и овечки. О, глядите, глядите, жирафчики, какие же они хорошие. А вот кенгурушки и олени, и лоси, смотрите. Ой, как красиво все устроено. А здесь живут белые медведи, пингвины. Ну, Клер дает. А тут что? Ого, какое-то сооружение, здание, конфетки. О, может быть, мне чего-нибудь подсобирать? Я что, могу подсобирать все это? Друзья, я собираю сердечки. А почему? Я чем-то помогаю своему другу Клер? Вот это здорово! Вы мне напишите в комментарии, если я и вам могу так помочь, я с удовольствием буду это делать. Ну что ж, я готова посетить еще кого-нибудь. Но вначале мы вернемся к своему заповеднику и посмотрим, как там Левушка, мохнатая головушка. Пособираем здесь все на свете, покормим моих газелей-каруселей. О, смотрите, красота. И еще Левчиков покормим. И вам еды-еды побольше. Ну что там у нас? Нет еще? Нет, еще надо немножечко подождать. Но мы подождем. Мы пока погуляем еще к какому-нибудь другу. Итак, Роза. Роза — это та, которая у нас работает на вертолете. Посмотрим, какой у нее заповедник. Ну-ка, Роза. О, да здесь каких только медведей. Тигры, друзья, это тигры. А еще у Розы есть пиццерия, вы представляете? Ой, это, кажется, мини-гольф. А еще есть художница и вот такие вот штуковины. Не знаю, правда, что это, но мои подписчики меня просветят очень-очень скоро. Здесь тоже есть кенгуру и буйволы даже. Ничего себе. Ладно, возвращаемся в заповедник. Может, у меня уже львенок наконец вылупился. А ну-ка посмотрим. Опять кормим. Да что же мы их постоянно кормим. Я уже... О, глядите, по-моему, да, по-моему уже... Вот он, малыш львенок. Рычание льва слышно на 5 миль вокруг. Причем малыши рычат не хуже своих отцов. Вы только на него поглядите. Какой же он хорошенький, какой маленький. Здорово, малыш, просто потрясающий. Ой, а это кто ходит? Привет, я Клер. Мы у тебя были. Смотритель заповедника, мне нужна помощь. Сможете раздобыть мороженое для детишек? Да я же уже раздобыла. Большое вам спасибо. Что? Зачем мне мороженое? Клер, ты что, все забыла на свете? А я награду получила. И 4-й уровень, друзья. Вот это здорово. Наверняка у меня что-то там разблокировалось. Но вначале мы получим побольше монет. Покормим побольше львов. И еще монет. И газели будем кормить. Так, а еще... Ой, здесь у нас все продается. Что? Я собрала доход с газелей и доход со львов. И все готово, представляете? Отлично, животные не любят оставаться наедине. Так что заглядывайте почаще. Хорошо, обязательно. Так, еще мороженое, да что же вы от меня хотите? Постройте один магазин напитков. Я так долго гуляла по зоопарку, что меня начала мучить жажда. У вас не найдется что-нибудь выпить?
выпить. Только для начала надо это построить. Глядите, я могу построить напитки. С удовольствием. Давайте построим его около кафе с мороженым, чтобы если кто-то захочет мороженое, купит себе мороженое, а напиток купит себе напиток. Правда, здорово? Это очень легко. Да что же они опять хотят? Соберите доход с магазина напитков один раз. Ну и сколько мне его ждать? О, целых 2 минуты. Ладно, ходи, ходи, ходи себе. А я пока соберу доход и покормлю своих животных. Вот так-то лучше. А еще посмотрю, какие у меня задания имеются. Что? Они что, слона хотят? Вы издеваетесь, что ли? Ребята, это не шутка. У меня 5-й уровень уже. 5! Здорово! Ой, как я рада! Вы открыли мезозой. Это что означает? Можно посмотреть? Ой, а куда мне идти? Я что-то ничего не понимаю. У меня так много заданий. И вот, кажется, это связано с мезозоем. Кто сказал, что динозавры вымерли? Ой, кажется, это сумасшедший ученый. Это какая-то ошибка. Давайте спасем трицератопса и докажем всем, что они ошибаются. Хорошо, давайте спасем. Ой, что-то я как-то побаиваюсь сразу на трицератопса. Ну ладно, давайте попробуем. Друзья, я надеюсь, что это будет легко. Ой, смотрите, моя собственная машина времени. А вот мой собственный трицератопс. Я за ним гоняюсь. И... А меньше монет нельзя на это потратить. Ну ладно, 75%. Получится? Да, получилось! Вы представляете, он мой! Ого, это что? Здесь будут жить трицератопсы? Вы издеваетесь? Я не могу сюда трицератопса поставить. У меня же совсем нету места. Ладно, у меня вроде бы здесь есть место. По-моему, одно единственное. Ну что ж, я готова поставить. Ай! Смотрите! Вообще-то трицератопсы травоядные, но этот обожает бургеры. Думаю, ему здесь понравится. Ну, спасибо! И я уже на 6-м уровне. Как я быстро продвигаюсь. Мне это ужасно нравится. Клево. Так, ну он, по-моему, ничего не хочет. А зато здесь уже кое-что. Вкусно. Большое спасибо. Большое пожалуйста. Я готова выполнять и выполнять разные задания. Вот, среди львят, среди всех мы будем двигаться очень быстро и собирать куча монет и улучшений. Правда, трицератопсик даст мне совсем немножечко монет или совсем долго монет будет давать. Да, вижу, что очень даже долго. Что ж, может быть, слона заведем? Давайте посмотрим. О нет, слон там громко топает, что распугал всех кротов в округе. Должно быть, он чем-то расстроен. Давайте лучше съездим за этим слоненком и посмотрим, что мы для него можем сделать. Так, давайте смотреть. Здесь одни львы. Я что-то не нахожу здесь слонов. Эй, слоны! Так, опять львы. А куда же мне ехать-то? Слона совсем нету. Его еще нужно найти. Ой, какие-то другие животные. Мне нужны больные животные. И где же этот слон топает? Что-то его нету. Вот он! Вот он, вот он, вот он! Давай, чуть-чуть, мне совсем мало бензина осталось, ребята. Я достану слона. Ой, кажется, это мой последний бензин на сегодня. Но ничего, я слона поймала. Ой, 740 монет. Я готова. Если это поможет поймать слоника. У меня теперь свой слоник. Представляете, как здорово. Мне это ужасно нравится. Настоящий заповедник. А как в заповеднике без слоника? Это почти нереально. Так, куда же мне вас поставить, уважаемый слоник? Может быть, вот сюда? Здесь будет удобно к вам подходить и все смотреть.
Ну, слава богу, это был слон из заповедника. Похоже, он счастлив, что вернулся домой. О, его у нас украли, представляете? И я счастлива, и я ужасно, ужасно счастлива. Я так счастлива, что готова покормить всех животных в округе и пособирать побольше монеток. Вот так, вот так, мои хорошие. И динозавр, почему он не хочет ничего кушать? Странно все это. Ну ладно, не хочешь, да и не хочешь. Мы с тобой потом поговорим. А пока я думаю дать возможность моим подписчикам оценить мой замечательный, потрясающий заповедник. И если он вам очень понравится, мы обязательно поиграем в него еще на канале Болтушка-Веселушка. Пишите мне, пишите все, что вы знаете об этой игре. Комментируйте и говорите самое-самое полезное. Я очень на вас рассчитываю и читаю все ваши послания. А заодно подписывайтесь, друзья, и жмите колокольчик. С вами была Болтушка на канале Болтушка-Веселушка. Чао, какао!